Женщина с большой буквы. Венера Садинова родила 10 детей. 8 дочек и 2 сыночков. Старшей дочери 29 лет, а младшему сыну 9. Растут в любви, учатся в школе, помогают родителям по хозяйству. Взрослые дети покинули родное гнездо, у них уже свои семьи. Сегодня их любимые девочки Танзиля, Дилюза и Ануза – жены, мамы, ценные специалисты на работе. Семья Садиновых живет в частном доме. В этом году супруги отметили 30-летие брака. Обладатели правительственных наград растят внуков. К детскому смеху и маленьким шалостям Венера и Надир привыкли. Венера знает, в чем секрет семейного счастья. Главное – поддерживать друг друга. Когда дети просят о чем-то, помогаешь советом, когда вот надо с внуками сидеть, с внуками сидишь уже, как, чем можешь, и жизненного опыта берешь. Когда дети болеют, они спрашивают, чем лечить. Когда семье что-то тоже подходит, спрашивает совета, или у меня, и у папы спрашивает. Надир восхищается своей женой, благодарит за подвиг. Да, стать мамой 10 детей – это настоящий героизм, уверен отец семейства. Главное правило семьи Садиновых – помогать друг другу каждый день. Любовь выражается в заботе, чуткости. Надир работает на предприятии «Горводоканал». Если Венере нужна помощь, Надир мчится домой. Семья всегда в приоритете. Ну, супруга у меня отличная, хорошая. Такой супруги нет нигде. Ну, с Венеркой мы в 92-м году познакомились. Мы до этого знакомы были 4 года. 4 года я ходил с ней. А потом решились уже узаконить в 92-м году. Вот. А в 93-м году уже у нас старшая родилась дочка, потом вторая дочка, потом третья, потом уже, давай уже говорю, пацана. Потом пацан получился. В 2009 году на аллее лучших семей Засвиярского района появился памятный знак с именем семьи Садиновых. В 2018 году супругам была вручена награда в областном конкурсе «Семья года» в номинации «Любовь и верность». А в октябре стало известно, что депутаты городской думы предложили присвоить Венере Садиновой звание «Мать-героиня». Напомним, 15 августа президент Владимир Путин своим указом установил в России звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших 10 и более детей. Получившим это звание обещан 1 000 000 рублей. Виктория Черкова, Даниил Сурков. Улправда ТВ.